призраки были лучшими из лучших, но боялись нас именно из-за Рорка. Контрольный пункт. Не стрелять. Феликс 4, видим конвой. Идет параллельно нашей позиции. Вас понял, вижу их. Отходим и начинаем приход на цель. Опасность близко. Да вот они. Огонь открыт. Ракетная установка! Справа! Внимание! Вражеские силы разбиты и покидают город. Прием! Вас понял, Оверлорд! Периметр оцеплен! Уничтожьте ПУ! Thank you.
решите не по форме. А что такое? Думаю, что последнее. В общем, этот урод затопил весь чертов город и угробил половину своих ребят. И половину наших тоже. Мы призраки, Мэрик. Мы закончим миссию. Да, но сейчас другой случай. Еще что-нибудь сказать хотите, сержант? Нет, сэр. Долго не выдержит! Там жарко. Ладно, достанем этого мерзавца. Трое как минимум, 10 метров. Будьте на чеку. По твоему сигналу, Элис. Похоже, остались только мы, братан. За мной, мать, не высовываться! Это нам пригодится. Погоди. Я пойду с фланга. Ныряй, нападем неожиданно. Нырни, чтобы подкрасться к ним. Снимем их по твоему сигналу. Тебя заметили! Это нам пригодится. Погоди. Я обойду с фланга. Ныряй, нападем неожиданно. Ныряй, нападем неожиданно. Снимем их по твоему сигналу. Это нам пригодится. Погоди. Нырни, чтобы подкрасться к ним. Еще двое впереди. Снимем их по твоему сигналу. Тебя заметили! Это нам пригодится. Погоди. Я пойду с фланга. Ныряй, нападем неожиданно. И пролезь тут, я пойду с фланга. Снимем их по твоему сигналу. Hace rato que no...
Тебя заметили! Это нам пригодится. Погоди. Я пойду с фланга. Ныряй, нападем неожиданно. И пролезь тут, я пойду с фланга. Снимем их по твоему сигналу. Хватай пушку одного из них. Приоритет выживания. Надо занять позицию на высоте. Как в старые времена, Элиас. Город рушится! Времени не осталось! Похоже, другого выхода нет! Следуй за мной! Сейчас развалится! Похоже, другого выхода нет! Следуй за мной! Сейчас развалится! Погоди. Ждем сигнала. Один уходит! Вверх по лестнице! Понял, Мерик. Рорк, мы видим Эймагро, но в нас стреляют! К западу от отеля! Вас понял, мы уже в пути. Давай! Снова спасаем задницу Мерика. Ладно, перегруппируемся, потом берем Эймагро. Мы еще там!
часов! Вы со мной! Аякс, прикрывай с тыла! Элиас, бегите! Все в порядке? Мы слишком тяжелые. Элиас, надо... Я принял самое тяжелое решение в своей жизни. Я отпустил его и спас всех остальных. Так что с ним случилось?